Спасибо, что вы приехали к нам. Ну, поговорить да, очень хорошо. Очень рад. У нас большая у, у нас, нас губернатор вот такой. Я знаю. Все старается нам делать хорошо. Я, я Это Путин приехал в Череповец 4 года назад. В тот ковидный год президент редко посещал регионы России, а тут сразу в город на 300 тысяч человек. В чем причина такого визита? Все просто. Череповец входит в десятку промышленных центров страны. 40% жителей города работают на заводах, и почти все промышленные центры – это Северсталь олигарха Мордашова. Именно на это производство приезжал посмотреть Путин. Владимир Владимирович вообще очень ценит Северсталь, даже несмотря на то, что больше половины продукции компании шло за рубеж, а Европа давала более трети выручки. Сейчас концерн практически в открытую работает на военно-промышленный комплекс. За это и попал под санкции, когда началось вторжение в Украину. Благодаря этим самым санкциям россияне неожиданно для себя увидели настоящее величие Северстали. Многие поняли главное, ради чего вообще существует весь комплекс предприятий. Во Владивосток причалила яхта Норд-Мордашова. Почти 150 метровая махина тогда впечатлила всех а горожане на перебой фотографировались на фоне этой роскоши российского металлурга. Интересно, как себя в это время чувствовали рабочие Северстали, которые в тяжелейших условиях зарабатывают меньше, чем офисный планктон компании в Москве или Петербурге? И как так получилось, что город, 40% которого работает на этих предприятиях, находится в таком состоянии и просто-напросто вымирает? Это хроники медиа. Сейчас мы расскажем, как олигарху отдали целый регион России. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите комментарии. В 2011 году прошли выборы в Государственную Думу. Они запомнились фальсификациями и по-настоящему низким результатом Единой России. В Вологодской области вместе с этими выборами прошли выборы в региональный парламент, на котором партия власти набрала на 35% меньше, чем на прошлых выборах. После такого провала губернатор подал в отставку. Президент тогда еще Медведев назначил нового управленца – Олега Кувшинникова. Кувшинников тесно связан с Северсталью и даже состоял в совете директоров компании, и поэтому сразу же после того, как стал губернатором, начал подтягивать кадры из родного предприятия. По сути, именно тогда Вологодскую область практически отдали олигарху Мордашову. Так, 10 лет назад первым вице-губернатором области стал Андрей Луценко – до прихода во власть он тоже работал на Череповецком металлургическом комбинате вместе с Кувшинниковым и Мордашовым, а потом входил в топ-менеджмент Северстали, а в некоторых дочерних предприятиях у Луценко была даже доля. Через два года Луценко становится председателем регионального парламента. Если раньше в области могли честно считать голоса на выборах, то губернатор со своим замом эту проблему решили. Теперь «Единая Россия» больше не проваливается на выборах. Возможно, именно за это Луценко и получил кресло начальника Местной Единой России. Понятно, что большие предприятия так или иначе всегда влияли и будут влиять на власть и регионы. В Вологодской области налоги Северстали составляют существенную часть бюджета региона. Более того, за прошлый год половину поступлений налога на сверхприбыль во всей России обеспечили компании из четырех регионов. Москвы, Московской области, Петербурга и Вологодской области. Ну то есть ситуация в Вологодской области уникальная. Денег от предприятий могло бы хватить, чтобы сделать из области и из Череповца город мечты. Но область по всем рейтингам почти всегда в шестой десятке. Люди уезжают в соседний Ярославль и Москву. Регион вымирает. А председатель местного парламента Луценко и губернатор Кувшинников, которых по сути туда поставила Северсталь, на протяжении многих лет вводили налоговые льготы для крупных налогоплательщиков области, прежде всего для самой Северстали. Ежегодные потери бюджета от этого составляют миллиарды рублей. Например, как писали журналисты, из-за льгот для Северстали и другой огромной компании по производству удобрений фос Агра, местный бюджет не досчитался примерно по 3 миллиарда рублей в 2021 и 2022 годах. И это только деньги, которые удалось посчитать. А сколько Мордашов сэкономил на низкой оплате труда, на несоблюдении правил безопасности, на несоблюдении экологических стандартов. Великолепно на этом фоне выглядит сообщение, что в этом году Северсталь собирается выплатить собственникам компании дивиденды, общая сумма которых может превысить 100 миллиардов рублей. И это в то же самое время, когда Вологодская область по версии Государственного агентства стратегических инициатив не входит ни в топ-10 регионов по состоянию инвестиционного климата, ни в топ-20 по качеству жизни. Даже питьевая вода здесь опасна, потому что загрязнена железом. Благодаря такому бизнесу Алексей Мордашов занимает 77 место в топ-500 миллиардеров мира по версии издания Bloomberg. А что за хорошую работу получили губернатор и председатель парламента? Оба сына председателя парламента сидят в теплых креслах в Северстале. 37-летний Кирилл возглавляет Центр технологического развития производства сортового и трубопрофильного проката. Часто участвует в публичных мероприятиях, представляя компанию. Его жена Любовь работает в Северсталь-менеджменте. Младший сын политика 32-летний Александр руководит одним из цехов петербургской дочки Северстали и Жорского трубного завода. В предвыборной декларации 4 года назад председатель парламента Луценко раскрыл источники заработка. Кроме зарплаты, это пенсионные выплаты, в том числе из негосударственного пенсионного фонда будущего, связанного с Северсталью, а также соцвыплаты и выплаты от Госбанка ВТБ. В первый год работы во власти заместителем губернатора области он задекларировал доход в почти 64 миллиона рублей, из которых чуть более 2 миллионов были зарплаты в правительстве, а почти 53 миллиона рублей оказались зарплаты за первые полгода в Северстале и почти 9 миллионов рублей иные доходы. В последующие несколько лет до перехода на работу в парламент Луценко декларировал доход более 23 миллионов рублей, из которых всего около 3 миллионов – это зарплата в качестве замглавы области, а остальное – иные доходы. В парламенте его доходы трагически сократились до 11-13 миллионов рублей в год. Последний раз декларацию Луценко можно было посмотреть три года назад, потому что после начала вторжения в Украину чиновникам разрешили эти документы не публиковать. По этим последним данным Луценко принадлежат доли в земельном участке, трех квартирах и жилом доме. Также у политика есть квартира и два гаража. По классической схеме такие персонажи записывают больше всего собственности на близких родственников. Например, жене единороса принадлежат доли на ту же недвижимость, что и у Луценко а также она – хозяйка трех земельных участков, двух небольших домов и двух помещений. Мы установили, что из перечисленного имущества два участка общей площадью более половиной тысяч квадратных метров находятся в Череповце, в Матуринском проезде. Там супругам принадлежит 400-метровый дом в коттеджном поселке Матурина. Эту часть города называют Череповецкой Рублевкой. И Луценко официально заявлял, что наведет там порядок. Без малого 200-метровая квартира супругов находится тоже в Череповце. В ней живут старший сын Луценко Кирилл с невестой. Еще две квартиры примерно по 70 квадратных метров расположены где-то в 35-м регионе. Также политику принадлежит половина квартиры в родной Челябинской области, а площадь лично квартиры Луценко 150 квадратных метров. На самом деле это трехэтажный таунхаус в закрытом коттеджном поселке Гринхаус в Новом Девяткино под Санкт-Петербургом. Там живут его невестка и младший сын Александр. Долгие годы эти люди помогали зарабатывать огромные деньги олигарху Алексею Мордашову. На них он построил роскошную яхту, но теперь не может кататься на ней из-за санкций. Казалось бы, но ну раз вы не можете тратить деньги на Западе, ну подумайте о людях в Череповце, поднимите зарплаты, подумайте об экологии или постройте социальные объекты. Возьмите пример Сергея Галецкого, который смог возродить футбольный клуб «Краснодар», и разбил в городе по-настоящему волшебный парк. Но после начала войны в области стало только хуже. Единственное, стало больше работы на ВПК, но при этом на войне уже погибло 427 жителей области, что сильно больше, чем в соседних регионах. А что с губернатором Кувшинниковым? Ему выдали золотой парашют в 3 миллиона и отправили отстаивать интересы Северстали в Совет Федерации. Тоже с хорошей зарплатой, служебной машиной и квартирой. Новым губернатором Кремль назначил Георгия Филимонова. Можно не сомневаться, он будет также служить олигарху Мордашову. Другого на такую должность просто не могли поставить. С другой стороны, может Вологодчина и прокатит технократа. Такой опыт у области есть. Друзья, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что думаете об олигархе Мордашове вы. А если вам нравится наше расследование, то отправьте его друзьям в Вологодской области. Подписывайтесь на наш Френдли или становитесь спонсорами в YouTube. До встречи!